Я думаю, в 11 РДД в комнате быстро там закроете, да? Головой да. Там хватит. Но нам же хайм надо сделать, нам надо не обычку. Не, обычка нахуй не нужна. Ну, по идее, да. Там должны мобы отлетать вообще, блядь. Там у них сейчас хп порезали, блядь, получается, 3 раза, блядь, уже. 8 с минимум человек нормально будет. 8-9. Там 11. Ну, 11 прям пиздец, слишком дохуя. Ну отлично, нам на арене хватит. У нас всех, кто на арене есть. Я, Женек, Мораль, Артстайл, у нас у всех Клифф. А по хилам кто куда идет? Ну там у нас комната один Миша прохиливает. Ну, может был я с ним пойду, на всякий случай. Зачем? Ну, если что, я щеки покидаю, чтобы этот челик, я бы не ваншот не сработал. Миша там один прохиливает все это дерьмо. Смотри. Че, убьем этих пидоров двух? Да, ну давайте, все засумали или нет? Да, вроде бы. Им дали нет. Это шамана только нет. Паш, Паш. Извините, мобов от рейда, милики, этот РДД близко не подходите. Играем по черепу. С аурами паладина разберите сразу. Ты хорошая. Он, блядь, пошел. Так, играйте по второму свитчу. Ёб твою мать, что я сделал? Гер нажал случайно, сори. Mm-hmm. Хотел щит обновить. Неплохо так обновил Геру. А, нормально, все равно ждем Мишу. Быстрее убьем. Я вот прям задался вопросом, неужели вот этот баг Рокатана брать и на боссе стакать? Это, ну то есть, пиратский баг. Такого на уфе, наверное, не было. Я думаю, было. Потом пофиг. Алло. Да, здравствуйте. Недавно, короче, это... Приколюха была. Там мама позвонила. Я быстро разговор свернул, типа, ну, на работе был. Говорю, ну все, это, Миша, Миша, пацаны, я собираюсь уже, я уже в машину сажусь, 15 минут, я лечу нахуй. Ну и, короче, говорю, целую, давай, до свидания. Этот начальник говорит, что, кредит? Я такой, да, с банками, так всегда говорю. Ну и, короче, взял на заметку теперь это, всем банкам так отвечаю, целую, давай, до свидания. Мне звонит тёлка, блядь, наверное, 2 года назад. С интернета, ты понял, блядь, типа, блядь. Здрасте, каким интернетом вы пользуетесь? Я там хочу предложить вам волю, вся хуйня туда-сюда. Я говорю, девушка, я вам отвечу на все ваши вопросы, если вы мне ответите на мой один. Она, да, я вас слушаю. Вы верите в Бога, блядь? И все, она сбросила. А им, наверное, нельзя слушать. Я не знаю насчет слушать, блядь. Она просто поняла, что если я действительно являюсь свидетелем Иеговы, ей пизда. Я когда-то, блядь, попал, нахуй, на вызов на этот к свидетелям Иеговы. Это просто пизда, нахуй. 8 детей, блядь. Я говорю вам, что латексом, блядь, этот, вера не позволяет пользоваться, нахуй, или что? Ну да, мне нельзя.
Это просто пиздец нахуй какой-то был. Ебать, я минут 30 я слышал, я говорю, мадам, дичайше извиняюсь, но там, говорю, может кого-то сейчас убивают, нахуй, нам пора. Ебать, 2732 силы. Я хуею, нихуя себе машина. Ну дайте кулак повару, блядь. Аж интересно стало, сколько будет силы. 2732. Нормально так. 8100 сил атаки. Ебать. А сколько РП? Та РП мало, блядь. Всего, блядь, 455, 33%. Чтобы РП поднять, надо поменять кеды. Надо поменять шею. Надо поменять лук. Тут уже, наверное, с якая-то начнешь, блядь. Не, ну сейчас вот из того, что есть. Ну, с ока, например, сапоги, там критарп. Они неплохие, они 84 арпы дают. Это, блядь, ну, как бы 84 арпа. Это сколько, процентов 5? 84 еще они дают? 84. Ну, вот у меня 455. Плюс 84, это сколько будет? Сейчас посчитаем. 455 плюс 84. 539. Шея там не намного, по-моему, арпа больше дает, но поболее. Слушай, сейчас а что через проковую треньку на арп играть? 5%. 6% дают боты. Ровно. Так, шея дает 48, да? 6% боты дают, я сейчас снял. Я понял, боты, мне шея интересна. Шея дает 48, а моя дает 31. Это еще 17, блядь. Плюс 17. 14 РП, 11, да? 14, 17. И метательная, которая с утюга с десятки, она дает 28. А мой лук дает 17. Еще плюс 11. Итого будет 567. И триньку еще можно выбить на прокарпа. Да, если взять эту проковую историю матринку, она дает 665. Это значит 1400 минус 665. 735 надо. 735, да, так точно. Кай, погоди, нет, а ты походу... армса не пробовал? Не идет, да? Тебе ж походу сокеты тоже надо РП ставить, правильно? Сейчас нет. Если ставить, то... типа из серии чуть-чуть, но чуть-чуть это будет, блядь, три сокета с ювелирки просто ебашишь, блядь, и один еще, и все. Типа 4 камня, блядь, я помню, в армии играл, то там надо 100% РПБ набрать, да? По-моему? Это понятно, что, ну, в этом контенте это просто невозможно. Я сидел, считал весь шмот на арп, даже, блядь, не считать, что, то есть не сохраняешь 4 куска Т8 и всю остальную хуйню, штуку 100 можно сделать. Ну, и то это будет под большим вопросом капы меткости мастерства. И силы у тебя будет мало, понимаешь? Не, силы будет нормально. Ну, я типа потеряю силы 170, потому что я закину 170. Ты потеряешь еще. Ты всю свою силу на 20% умножай. Ты как бы, ну, потеряешь дохуя. Ну, ты сотен, да. На 20. Плюс 500 у тебя получится КРПБ. Я считаю, что сейчас в РПБ вообще смысла нет забиваться. Сейчас нету никакого смысла. Я вам скажу, вот Дох общался с каким-то типом. Зипи, блядь, ник у него или что-то еще. Этот бегает в софткап арпа, шмот у них плюс-минус там одинаковый. И Дох говорит, я на всех боссах на 100, на 200к его передамаживал. Вот с нами вар ходит тоже. Ну не знаю, десятки статки, но он, блядь, в топах сидит на постой. Ну на РДД переплевывает. А какой ник? Бля, я укно Ризи какой-то там, блядь. А гильда есть? Звание как? В какой он гильдии, чтобы проще было найти? Не знаю, у нас там, блядь, сборная солянки, блядь. Так посмотри, Ник, где-то же вы, блядь, общаетесь с ним. Сейчас посмотрю, может, он есть, блядь, в Дискорде, блядь. Я знаю одно, что у меня на X2 варп Т4. И сокеты были все в силу, получается. 4 Т4 и тринька у меня был Скорпион вот этот, с ямы на прок РПБ. Короче, с проком РПБ у меня было 100% РПБ. Но он был в силу забит. Я варов, нахуй, обгонял, которые были с волей, блядь, забитые в РПБ. Да нету смысла биться в РПУ, когда у тебя ее только половина, блядь. Когда у тебя есть там 1100 от шмота или 1200, есть смысл докидать.
А когда у тебя 700 или 800, ну это овер дохуя силы теряешь. Мы же сегодня по этому поводу общались. Поэтому, 4, ну, 4 если было, там нет, бурстовало. 20 конечно. Камней вкинуть, блядь, в пробивание, даже с которыми, блядь, этот, с БКшными, которые по 30 дают. Ебать, это 600 силы, нахуй. 600 силы, это, блядь, 6-7 шмоток, нахуй. Ну какой смысл от этого арпа, блядь? Там силовой будет давать намного больше. А гильдные вары, они хуже дамажат сейчас? Вот сейчас прям. Ну вот смотри, я тебе... Вот, а, вот гильдные, блядь, а гильдные, блядь, критуют чаще, но бьет слабо. Силовой критует реже, но бьет сильно. Еще теряешь вот. Дохуя то, что броню... А гильный шмот, если одевать, то это одевается там буквально 2-3 шмотки, чисто, блядь, для того, чтобы догнать себе, блядь, 50% крита, блядь, все. Чисто кольца и плащ, который, ну, чтобы броню не потерять, который сил атаки... Ну там получается, что можно в контенте ЦЛК два кольца берутся, блядь, берется спина и берется запястье, все, блядь, а, и перчатка, 5 шмоток агильных. Короче, вот ник мне написал. Я увидел, сейчас я на этот посмотрю через сайт. И он там что, прям ебет этот вар, да? Он пиздец, ебашит, я в шоке, нахуй. Он так выдает, что ебать его рот. Ну, так, давай. Ну, что, он кнул. Глянь, что там у него. Вот сейчас заглянь. Ну, я не знаю, что, ну, там вроде бы не такой пиздец особенный, но дамаг дает серьезно. Хорошо, дает, я думаю. Куда написал, я чуть не по... В рейде. И чат. А, вот, видишь, нон-босс. А, он ПВП что задет. Смотрите, тут же еще важно, ребята, вы не забывайте, есть же випки разные. Как он в армсе, блядь? А, это он сейчас в ПВП. Фурики. Випка, смотри, вот, допустим, у нас в гильдии есть тип, который ДК токсичный. У него 4-я випка, а у меня 2-я. Че, эти 2% прям, блядь, чувствуются, думаешь, но... на таком этом левеле? Да, конечно. Да, есть немножко. Да. Потому что у него реально дохуя ДПС для 212-го ФДК. Он дает 4 с копейками в палку, а я даю 4500. То есть у него 200... Випка дает дохуя, потому что она апает абсолютно нахуй весь свой урон, блядь, вносимый. Да. Считает это как, блядь, я не знаю, блядь... Ну, 3% от всего урона, плюс всему талантам и хуянтам, что оно скалируется, ну это дохуя. Так, ставьте шкаф, сумоньте Ладомира. Мне осталось полуровня лоялка, чтобы у меня третья была випка. Четвертая випка дает дохуя, а с пятой так это вообще пиздец. Ну вот мне осталось, ну, грубо говоря, можно 500 рублей донатнуть чисто ради корки, и будет третья випка. Кто там нахуй с бусами с какими-то сидит, ёбаный рот, ну что, полоумный? Вот это молится, блядь. Бля, ХМ, чё тут? Я не знаю. Тоже там ХМ, да? Да? Да, всё то же самое. Для тебя то же самое. Минутку. Короче, смотрите. Давайте. Все там, я думаю, уже свои там дела сделали. PC-как и всю остальную хуйню. Раздавайте бафы. Бигшот по всем прото. Остальные там бафайте. У кого что вкачано, не вкачано. Разберитесь там по полипаверу, блядь. Всю хуйню. Где Паша, блядь? Ой, все тут. Ну вон он. На шамане. Не, он только что мораль. Прилетел просто, его не было. Мораль башка бисовая на тебя падает, сторим. Есть мотивация, блядь. Андрюля. 39-я голова, крит-меткость, вся хуйня. Это на АДК прям, потому что там... 39-й палец, блядь, вообще охуенный танковский, блядь. На рогу нереальный, блядь, или на кота, блядь, грудак 39-й с тремя камнями. Вообще тут весь шмот охуенный. Арбалет, щит бисовый, блядь, соки там нахуй. ДК нихуя нет, я, короче. Бисовые плечи на РШМ. А тут все, все шмотки, которые с него падают, они все бисовые. Да, нахуя себе плечи, у меня дыками. Я думаю, рога тога, за такой да, грудак да, можно, блядь, и этот, и почку продать, ебать, да? Шам 215. Бля, вот эта шляпа вообще ни разу не падала, меня прям мыкает нахуй. Миша, конечно, ой, Миша, Паша, конечно, половину шмота поменять, он бы был бы нормальным шаманом. Половину шмот, нормально. Не, ну не половину, вот кольцо у него дерьмо, блять. Пояс у него дерьмо. Запы галимые. Про кого? И шея галимая. Ну чё, ебашь? Четыре шмотки. Так,
чек дают. Подожди, чек. Ты это остаток остатком людей, которые пришли после и тебя не слушали. Расскажи. Я говорю, чек даю на присутствие. Извиняюсь. Думал, уже значит. Нет. Значит так, смотрите, первая пати — это все милишники. Бигшот тоже остается здесь. Два ШП, подручный Шевульба. Давайте я перемешаю, блядь, что было, блядь, нахуй, потом проще. Чтоб не было дурных вопросов. Там я тут, я не тут. Так, сюда. 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 Так. И так. Ага. Так, первая пати. Шевульпа, подручный, Бигшот. Мы остаемся здесь на арене. Соответственно, Визивульф, третья пати в полном составе, четвертая пати в полном составе. И все, кроме Ладомира, остаемся здесь. Туда идет хилить Ладомир, танчит, соответственно, Воид. Третья, четвертая, Ладомир, Воид, Визивульф. Вы идете в комнату. Надо максимально быстро, без смертей, без тупежа, без забегания вперед танка, блядь, и всей остальной хуйни. Убить комнату и спуститься сюда. Мы будем делать хардмод. По хардмоду, блядь, кто может метки 3D ставить? Потому что на меня пиздит Экспирл, он не хочет их ставить. Давай, я поставлю. Слава, я знаю, ты можешь, блядь. Даю Славе ассист. Треугольник, да? Смотри, во-первых, поставь, где стоят танки, где стоят мелизона. Я сейчас все, мы сейчас все проговорим, чтобы не было, блядь, дурных вопросов. А потом, блядь, сделаем. Вот, где стоит звездочка, там стоят танки в ней. В печеньке будет стоять артстайл я рога тога. В ромбике женек и мораль. Все поняли, где стоят? Будь здоров. Будь здоров. Так, смотрите, дальше ставь по кругу, по маленькому, по вот этому, который дальний. Где должны стоять РДД? Все РДД, хилы, стоят по два человека, друг в друге, по два, не по три, не по четыре, не по пять, по два. Рендж от этих двух и к следующим к двум людям должен быть 8 метров. Места в комнате дохуя, все помещаются, все классно. Миша, который Ладомир, и Лириэль, вы стоите за звездочкой, спиной упершись в стену. Если там начинает, соответственно, поливать дождь, смещайте слева либо право, чтобы два хулипала стояли то же самое друг в друге, и вы никого не цепляли, и вас никто, соответственно, не цеплял. Вот, видите, квадратик. Там два человека стали, в полумесяце два человека стали, в трусах, в кресте. Этот, близко к стенке подходить нельзя. Вот эта бобина, которая стоит рядом с этим дебилом, она поливает ледяным дождем, таким, как на Сапфероне. Соответственно, если вы видите, что там в квадрате, либо там в черепе, либо в кресте, в ту сторону Торим заряжает молнию, соответственно, надо сместиться. Сместились либо налево, либо направо. Если видите, что дождя туда нету, в ту сторону не льет, можете смещаться спокойно. ХП порезали, урон порезали, у мобов ХП мало. Все, блядь, должно убиться спокойно и легко. Потравим сейчас, блядь, все должно получиться у нас спокойно. Если мы Фрея убили в хэме, Фрея намного сложнее, чем этот уебок. Пейте баночки, проверяйте свои бафы, всю остальную хуйню. Припад, походу, надо пить, да, или нет? Нет. Нет. Сейчас не надо. После того, как падает Торим, они его ставят на позицию. Мы начинаем его все бить. Дается Гера, и под Геру пьете припад. Только под Геру. Без Геры не надо. Танкам тоже, да? Да, арморпоты выпить обязательно, потому что он начнет потом ебать сильно. У нас где-то будет минуты 3, наверное, 3,5, чтобы его запиздить. У него ХП, в принципе, ну, порезали очень много. У него сейчас 29,3, у него тогда, когда мы его первый раз убили, у него было 36 в обычке, блядь. Сейчас 29,3 будет в гере. Ну, арморпоты примерно на 5, если что. Что? На 5 стаках примерно арморпоты можно выпить. Да, да. Когда стаков 5-6 будет, можете пить арморпоты. Мы должны его где-то на 14 стаке запиздить. Потому что мы когда тогда первый раз его убивали, у нас было 16, но мы его забрали там на коляске, нахуй. На 14. Нам, в принципе, похуй, как. Нам главное его убить. На коляске, блядь, там не на коляске, похуй. Главное убить.
Сейчас потренируемся, посмотрим, как там по ДПСу. Хватает комнаты ДПСа, не хватает? Я надеюсь, хватает, потому что РДДшников реально дохуя. У нас 11 человек туда идет. Может, кстати, он с Хао говорил, может и вправду, мы тогда лучше на всякий случай на подстраховку еще Хао и отдадим. Я думаю, тут в холле пал, Эршам и Эрдру захилят втроем. Тем более, нас тут хилить, блядь, надо, я не знаю, сколько, 6 хилей. Да, их просчитаю, чтобы было проще пробежать, это долбоеба свидетельство. Давай тогда Хао и Ладомир, идете тогда в комнату, Лириэль, Срез и Суф, остаетесь здесь, хилите тут. Подручный Шевульпа. Кто из вас может взять моба в МК? Понял, Шевульпа. Значит, берете одного моба, мы будем только одного держать. Второго, третьего нам нихуя не надо. Одного должно хватить там за глаза и за уши. Шевульпа, значит, выбираешь себе место, где ты будешь стоять. Там квадрат или, блядь, там череп или что-то еще. И стоишь там с этим мобом. Можно, кстати, тебя поставить в мелизону, потому что у нас миликов мало. Можешь стать в ромб. В ромбе будет стоять Женек, Мораль и ты. Женек, отойди, не надо туда подходить. В ромбе будет стоять Женек, Мораль и ты. И моба в МК будешь держать там. Во-первых, если ты там будешь стоять вместе с мобом, до всей комнаты будет доставать. И, соответственно, тебя не сдует. Получится, Шевульп? Все, услышал. Даю чек. Заходите все за линию. Моба зовут Завоеватель. Если да, завоевателя моба берешь в контроль, под которым аура такая желтая. Берешь его в центре комнаты и стоишь вместе с ним до того момента, пока Торим не спустится. Торим спустился, стал в ромбик. Можешь даже сразу в ромбике стать, да тебя там молнии не буду доставать. Стой сразу с ним в ромбе и, блядь, держи его. Что даю чек на пул. Даю чек на пул. Все были готовы, поехали. Дернем моба. Хорошо. Все, поехали, работаем. Бурсты не тратьте, те, кто в комнату особенно найдут, потому что там, блядь, будет проблематично. Мобов надо очень быстро заливать. Все, кто в комнату идет, идите к калитке, быстрей. Все, кто идут в комнату, идите к калитке. Бы не было. Была. Мы также первых трех сюда выводим на стенку, да? Да, ну, за угол выводите. Троих быстро их залили и пошли. Времени в вагон. У мобов ХП хуйня. Стоите все за стенкой внимательно. Саша, порули там, блядь, людьми. Вот, первый вышел и защитник. Убиваем. Ну что, здесь можно уже за круг убегать, да? Да. Пока да. Пробудителя все играем. Через пробудителя. Берем пробудителя, кливаем остальных. Через пробудителя, услышьте вот. Меня. Бери завоевателя в контроль. Бери завоевателя в контроль. Становись в ромбик. Чуть ближе к кругу подойди, чтобы тебя молния не била. С стороны пробудитель, пожалуйста. Кливаем, кливаем, кливаем. Собирайте всех в центре. Так, Квин, я так понял, что-то не получается с координацией лево-право. Тяжело, да? Может, в поле мало, почему стоим и бьем? Право. Может, поднимешь его нечаянно? Те, кто на арене, не жалейте бурсты, вливайте в мобов дохуя, блядь. Надо их сейчас резко заливать. У нас мобов очень много, мы не вывозим. Да, контроль сдавайте, проводители играют. Не, это нереально, мы сейчас на арене сдохнем, он танка запиздит. Нам нужны ДД сюда. Надо пробудить или там быстрее. А тут уже 4 бафа, они отхиливаются, мы не вывезем их. Надо их забирать и типа кидаешь. Нельзя их бить, у нас минуты, мы не успеем. Вайпер. Там упали на арене. У нас на арене, блядь, нереально, просто нереальное количество мобов. Мы не вывезем его, блядь. Такое количество ДД. Ну, нам сюда надо хотя бы, блядь, минимум двоих. Чем, почему мы берем мобов и стоим, бьем по центру, или в хэм делаете? Вы должны центральных брать и сразу же бежать с ними в комнату, брать моба большого. Там и похую как вы должны, блядь, надо главное их быстро убить. Это можно все сделать, блядь, на ходу мультидотингом, блядь. Закидайте все дотами, блядь, и все. Пиздюки заливаются кливом. Быстрее умирайте все. Заходите, ресайтесь.
Другому мы не успеем. И когда мы убиваем большого... Сарили троих, но... сарили троих, резко залили, пошли дальше. Всех, всех троих Слава собирает, бежит с этими мобами тремя туда. Вы прямыми атаками их не бейте, просто задотайте их. Задотали их, подбежали к большому, бьете большого, по малым дальше продолжайте мультидотать и все остальное. Их надо залить кливом этих малых, не тратить время и урон на них. Просто, блядь, чтобы это было вместе с большим. Соответственно, потом... залили большого, поднялись наверх, точно так же, блядь. Двоих быстро внизу залили, потом со следующими двумя поднимайтесь наверх и убивайте их там вместе с большим. Так, мы себе оставим тогда Никита. Остаешься на арене. Это... Пробудитель второй или третий, который вылез, вообще никто не побежал его бить. Я вот его один хуярил и все. Там, надо... там башня была. Водителя просто, ну, сам берете фокус, и кто там, и просто мы с ним бежим, и ему сбивать касты на ходу. Типа, не надо. Можете ему вот сало это... воткнуть, у вас там 4 мага, можете, я, блядь, засалить его так нахуй, что нахуеет. С первого сала я кидал. Это не тебе говорится, а про комнату. Я с первого, а, я не про комнату, я вот тут. Короче, я да сало кидаю во второго, первого не буду. Систо, я буду меточки расставлять еще на пробудителей. Держи. У нас, по-моему, на полу нету в комнате в той. В комнате той в какой? Ну, которая, блядь, в комнате. Какой молодец с вами. А, какой пошел. Молодец, это что, не на пол? А, ну, так. Никита, остаешься тогда тут с нами? Если и так не пойдет, тогда я не знаю, что, блядь, думать. Надо будет кого-то еще оставлять. Сейчас попробуем так. Так, лапку дайте. Дайте лапу, кто там бафает лапу? Надо еду на силу есть, это чистая хуйня, это, блядь, рыба, блядь. А мне еда на силу дает 53 силы, не 40, под всеми бафами. Она намного больше дает. Ну, у меня 8300 сил атаки, блять, анбафом, ебать. Тебе хорошо, а паладину, допустим, и рыба зайдет. Ну да, может, ну и комбинированная вся хуйня. Так, чек даю. Все готовы, пуляй. Все, те, кто в комнату идут, идите под калитку, не теряйте время, быстрей. Жмите там уже рычаг, время пошло. Гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Нет. Бери в МК, бери в МК его. Ну, МК будет, нет. Не бейте его, блядь, ему в МК его надо взять. Нахуй вы его бьете, вы что, ебанулись вообще, блядь? Направо. Давай, байфай. Это хуйня полная, я не понимаю, что вообще Слава делает. Все стоят, ждут, пока он пока мобов видит за стену, он побежал куда-то их на центр танчит. Ульпа, МК, по черепу. Влево. Слава, что там у тебя такое? Слава, знаю, прием! Что-то два тела сдохли, я хуй его знает. Потому что мы первых троих убиваем за стеной. Центральных мы троих берем и несем к мобу. Госу, блядь. Так а что, я их за стену завел или что? Их надо завести первых троих за стену. Стопните хил, умрите все. Завели за стену первых троих, запиздили, пошли дальше. Что там не получается, блядь? Неудачники, заморыши.
А что твое тело сдохли, лок с магом? Как-то странно, на арене трэш появляется. Появляются мелки, которые, ну, спички. И с ними появляется пробудитель. Как-то раньше такого не было. Раньше волна мелких, или пробудитель защитником, или завоеватель. И там они чередовались, а сейчас они могут вместе прилететь просто. Чинили. И все равно надо пробудителей первых бить, а то они пробуждают, блядь, трэш через них тут большой. Да понятно, что их надо бить, надо моба в МК взять, а не стоять, блядь, тупить. Срез поставь на моба, на который надо будет взять контроль и какой-нибудь значок, не череп. Да, я вообще, в принципе, не видел проблемы, чтобы там выбрать кого-то, но я поставил, что первое пришлось, потому что у нас проблемы у кого-то. Я просто, блядь, череп ставлю на того, кого пиздить, типа, в приоритете, поэтому она будет перекидывать, понял? Да, я понимаю, но он же его поймал. Ну, вообще, без проблем, я звездочку поставлю или трусики. Луна. Этот, Валера, ты тут? Да. До мобов не доставал, что ли, до вот этих, до первых? Ну, просто ты там за стеночку подвел, и вот ребята как раз таки начали выходить и сдохли от этого. Не-не, ты не доставал? 30 метров далеко они были. Ты бил их или нет? Первых-то? Ну, первых, троих. Первых я бил, доставал. И что, все остальные тоже доставали? Ну да, должны были доставать. А, ну хорошо тогда. Ты вот только вторую пачку цепляешь и сразу беги и этого большого цепляй. Да там я там уже цеплял я, когда вторую, там уже Макс Локом почему-то сдохли вот этот. Смотрите, вы когда будете агрить вторую пачку, в моба, который кастует, воткните просто сало, блять, в него на ходу. И задотайте их всех. И, соответственно, какой молодец вот этих вторых троих на пуль. По центру комнаты сам стал, какой молодец. Через, блядь, ауеху на пуль, на славу, и все, и бегите с ними дальше. Давайте релогайте все, у кого там лагает, не лагает. Я не могу отлагать. Я, получается, запустил ловку, перезапустил. Я просто даже написать ничего не могу. Я нажимаю кнопку, он меня грузит. Бля, я не знаю, у меня пинг 19, блядь. Я тоже не понимаю, может здесь где-то на маршруте какие-то проблемы. Но вроде Discord все нормально грузит. Ловкой что-то. У меня нормально 113, как обычно. Сейчас какой город? Полностью. Какой город у тебя, братишка? Я с Якутска. Но все равно там даже неплохой этот маршрут, в принципе. Ну, в Якутске-то да, хороший интернет. Ну. Пиздят. Смотри, какой. Откуда, блядь, если с Японии зацепил, блядь, или шо? Ну тут только два провайдера на весь город. ТТК, РТК, все. То есть. Ну ТТК херовый. Хорошая, блядь, фантазия у производителя интернета, блядь. Да нихуя не грузит, блядь. Миша, а у тебя тоже там пиздец какой-то, или шо? Миша тоже с Якутии, или шо? Я не знаю. Миша, ты откуда? Не, с интернетом нормально все, он не лагает. Так бы и Discord лагал, и все на свете. А так, что-то с Вовкой. Ну, возьми, выйди полностью из игры, почисти папку кэш, удали error, блядь. Папку. Пробуй, конечно, но, скорее всего, это твой провайдер не может нормальный маршрут проложить для серверов этого сируса поганого.
Какие там на папку удалять? Hash и error. Чисто ждали Ладомира, а у него лажает.